тебе, ублюдки! Осторожно, они справа! Стреляй! Задержи! Oh,
に囲むのだ。Этому китайскому гончарному изделию тысячи лет. Оно попало сюда еще до основания Яматая. У нас не было шанса. Они ждали. Их были сотни. Мы не добрались до священного зала. Мы были обречены. Сейчас я жду, когда за мной придут мои предки. Я слышу их.
Они поедают плоть моих товарищей, поглощают их души. Кругом смерть. Я остался последний. Что меня ждет? Та же участь? Предки, услышьте меня. Умоляю, избавьте меня от такой судьбы. Пока за мной не явились демоны, они, возьмите меня к себе, прошу. Дайте мне умереть спокойно. Я видела похожие артефакты из Бончианга в Таиланде. Как же это попало на Яматай? Я был вынужден это сделать. Лара не оставила мне выбора. Если бы только она умела играть по правилам, я бы обязательно включил ее в свои планы. Но ей не хватает жесткости. Это открытие станет только моим. Рубикон перейден. Как бы это ни было прискорбно, но она никогда уже не покинет этот остров. Никто из них не покинет остров. Ну, а что бы ни случилось с Эмми, но это только привлечет внимание ко всей этой истории. Не думаю, что Матиаса или его братство можно в чем-то убедить. Поэтому мне надо исчезнуть, как только закончится обряд. По-моему, я отлично подхожу на роль единственного выжившего, который вернется сюда с полицией, с камерами и достаточно скорбным выражением лица. Thank you.
попасть туда. Могу? Я перепрыгну. Императрица Солнца. Огненный обряд, выбор преемницы императрицы. Избранная жрица входит в монастырь. Она получает твою власть и становится новой императрицей. Так значит... Многие с радостью отдали душу за этот дар. Теперь первая и последняя императрица Солнца всего лишь душа в разлагающемся теле. Сосуды. Она передает не власть. Она передает душу. Все эти императрицы были тобой, Пимика. Первой и последней. О, Боже. А теперь ты хочешь Сэмми. Но ты ее не получишь. Сэмми, вместилище для души императрицы. Я должна это прекратить. Выбора у меня нет, и я смиренно принимаю свою судьбу. Сегодня я поднимусь по широкой лестнице в зал солнца, но не подчинюсь обряду и не стану новой императрицей. Тому, что я узнала, никто и никогда не поверит. Но это правда. В императрице солнца живет немыслимое зло, жаждущее вырваться за пределы Иматая. Это безумие должен кто-то остановить. Решено. Я приду в зал с кинжалом, похищенным у командующего стражей. Когда императрица поймет, в чем дело, будет уже поздно. Все, что я собираюсь совершить, я делаю ради Иматая. И все жрицы последуют моему примеру. Мой смертный час пробил.
Фарфоровая ваза из Сацумы. Вероятно, период Эдо. Thank you.
Лара, берегись! Эти ублюдки направляются к тебе! Мы задерживали их сколько могли! Спасибо, Рейс. Садитесь в катер. Если я не вернусь... Мы не уйдем без тебя. Мы будем ждать.